где он тут? Смотри, этот бункер. Может здесь быть? Вот он где. Здорово, бандит! Как ты там без видосиков поживал? Как там погодка? Как лето? Надел ты уже свои любимые шортики? Итак, сегодня я хотел вам подсказать новый уникальный чудо-нагибучий автоматик. Это тот, с которым можно играть вообще без инстинкта хищника. Можно отключать голову, как это делают большинство варзанят. Варзаняты — это варзоновцы, не достигших 12+. Это те бойцы, которые скажут мне сейчас: ты себя-то видел, старый дряхлый мужик, который вместо того, чтобы идти на работу, он тут сидит за компом с прогнившими зубами и втирает мне тут что-то. Во-первых, зубы у меня нормальные, не переживай, смотри за своими, чтобы они у тебя целые остались. Во-вторых, я не массажист, чтоб тебе втирать что-то. Итак, варзаняты, это касается особенно вас. Вы же лучше всех разбираетесь во всех играх и самые лучшие диванные аналитики. А рассказать я хотел вам про мега сборочку RAM 7. Это самый топовый ганчик на сегодняшний день. А вас я попрошу, конечно, поставить лайк и написать комментарий, так ли вы собираете RAM с 7. Или вы посмотрели этот видосик и стали делать именно такую сборочку. Дуло. Монолитный глушитель. Монолитный глушитель снижает шум выстрелов и увеличивает дальнобойность. Существенный вес ограничивает подвижность бойца. Преимущество: снижает уровень шума, эффективная дальность. Недостатки: скорость прицеливания, стабильность прицеливания при ходьбе. Ствол. FSS Ranger. FSS Ranger 460 мм ствол в закрытом кожухе. Обеспечивает максимальную точность и дальность поражения для данного орудия. Дополнительный вес ограничивает подвижность бойца. Преимущество: эффективная дальность, начальная скорость пуль, контроль отдачи. Недостатки: скорость прицеливания, скорость перемещения. Подствольная планка. Рукоять командос. Рукоять командос — тяжелая, скошенная рукоять, помогает стабилизировать орудие при прицеливании и контролировать его при интенсивной стрельбе. Преимущество: стабилизация отдачи, стабильность прицеливания. Недостатки: скорость перемещения. Боеприпасы. Магазин на 50 патронов. Оптика. Надежный, эффективный боевой прицел российского производства. Кратность X3. Лазер не ставим, задняя рукоять отсутствует. Перк и тыльная часть также отсутствует. И естественно, не забываем про самую надежную вещь, которая вам поможет в диком нагибе. Это заходим оформление, амулет «Верный парнишка». Про него не стоит забывать никогда. Он вам поможет в любой сложной ситуации. Так что давайте нагибать. Погнали! Итак, ты опять готов к высадке в Верденск. И кстати, дикая обида. Все ждали 4-й сезон на капитана Прайса. Он добавляет плюс 100 к скиллу каждому игроку. Но, к сожалению, 4-й сезон перенесли. Пока на неопределенный срок. Из-за беспорядков в Соединенных Штатах. Так что давай наводить порядок в Верденске. Ты готов? И кстати, я читаю и отвечаю на каждый твой комментарий, так что не забудь написать, так ли я все сделал правильно или можно было все изменить по-другому. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion.